7 морских судов для транспортного сообщения в районах края купят для Камчатки. Об этом сообщил губернатор Владимир Илюхин. Он рассказал, что 4 грузопассажирские самоходные баржи и 3 судна на воздушной подушке купят в ближайшие 2 года. Мы всегда поддерживали морскую составляющую, понимая, что она для нас так же важна, как и авиация. Вот. И те средства, которые сейчас в этом году уже определены в качестве авансов для того, чтобы мы построили 2 самоходные баржи по 40 тонн каждая и 3 судна на воздушной подушке. Вот. Но в первую очередь мы исходили из необходимости обеспечить транспортное обслуживание населения в Усть-Камчатске на период ремонта теплохода «Капитан Драбкин». После того, как «Капитан Драбкин» вернется на протоку, новые суда направят в другие районы края. Еще 2 20-тонные баржи планируется заказать в следующем году со сроком их поставки в край в 2019-м. Одну направят в Валюторский район для сообщения между бывшим поселком Корф, где сегодня находится аэропорт, и поселком Теличики. А судно на воздушной подушке планируется использовать для морского сообщения между Петропавловском и Вилючинском. Как сообщалось по поручению президента России Владимира Путина, федеральные власти прорабатывают сейчас вопрос о приобретении для Камчатки 2 грузопассажирских судов. При их передаче региону будет возобновлено пассажирское сообщение края с другими субъектами Дальнего Востока. Развитие получат и морские перевозки по побережью полуострова. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.